Губернатор региона на парламентских слушаниях по бюджету сообщил, что в Алтайском крае стараются регулярно обеспечивать рост зарплат бюджетников. Причем совсем недавно за счет собственных ресурсов, корректируя краевой бюджет, на эти цели заложили более 3 миллиардов рублей. Чтобы зарплаты врачей, учителей, соцработников и других категорий и дальше росли, требуется помощь из федерального бюджета, подчеркнул Виктор Томенко. Мы на протяжении целого ряда лет индексируем фонд оплаты труда бюджетников самостоятельно, но ресурс при нашем уровне бюджетной обеспеченности 0,732, это уже после выравнивания, он, конечно же, ограничен. В этой связи еще раз просим обратить внимание на возможность увеличения общего объема финансирования помощи регионам, в том числе и дотации на выравнивание, и дотации на заработную плату. Губернатор озвучил еще одно предложение об условиях списания задолженности регионов по бюджетным кредитам в рамках поручения президента. По сравнению с другими областями и краями, отметил Виктор Томенко, задолженность нашего невысокая, составляет 1,7 миллиардов рублей. Предлагаем для регионов, имеющих небольшой объем долга, установить возможность списания в более ранние сроки, чем растягивать на 6 лет, а также принимать к зачету расходы, понесенные регионами с марта 2024 года. В целом на парламентских слушаниях обсуждали вопросы новых подходов к оплате труда медицинских работников, о возможных условиях льготной ипотеки и поддержки семей с детьми, а также другие приоритеты, которые обозначил президент в рамках нацпроектов. Татьяна Голубева, «День с толком».